Всем привет, с вами Прия. Сегодня вновь вскрываем недельные сундуки. Почему же вы меня спросите, я решил их вскрывать именно в четверг? Ответ прост. На самом деле, знание об артефакте подъехало только сейчас, а как вы прекрасно знаете, или вы знаете только сейчас, то, что с недельных сундуков за недельный вот этот лут с мифплюсов дают силу артефакта. И почему бы не подождать денек и не получить еще больше силы артефакта? Есть, конечно, люди такие, которые будут ждать вторник. Во вторник вообще 30-е знание будет. Но я, как человек, играющий со своей удачей, притом очень серьезно, скажем так, я решил ее попытать и вскрыть недельные сундуки именно сейчас. Именно в четверг, не дожидаясь вторника. А вдруг упадут челюсти или до пасти? Вы не задумывались об этом? Вот я задумываюсь периодически. Итак, ну что, ставим добычу на танка. Поехали. Нам падает шея. Кстати, шея весьма хорошая на самом деле, если честно. Я хотел себе шейку такую, типа с докучей искусности и, допустим, с любой другой статой. Эта шея весьма подходит, я, возможно, ее одену, а может и нет. Итак, что я получил? Я получил одну кровь Саргераса, шейку, два баджика по 880 тысяч и один баджик на 11 миллионов. Отлично, классно. Юзаем. По-моему, это за 17-й. Ключик максимально пройденный. Ну, типа... Знаете, я доволен шеей вполне. Да, я сброшу сейчас до кучи скорости. Ну, смотрите. 22%. Но зато искусности стало намного больше. Вот. Чтобы возместить ущерб, скажем так, с скоростью, мне нужен нагрудник на скорость. Возможно, этот. Но нет. Слишком мало скорости, и что-то надо придумать, чтобы уравнять хотя бы к 25%. Хотя, конечно, находясь под бафом еды, процент будет чуть больше, но все же. Итак, идем дальше. У меня же еще два танка, не забываем про них. Все-таки, может, поодевать их чуть-чуть и довести до ума. В ближайшее время надо. Но не паладина, это точно. А про друидов я вообще молчу, то, что им 7-2-5 метку Русова удаляют. Ха. Вот. Вар топовый танк будет. Прия еще лучше будет танчить. Кроссов всяких. Угу. Конечно. Так, а на паладине случаем знаний не подъехало? Нет. Итак, вскрываем. Что это такое? Ну, отлично просто. Ну, хиловской плащ, типа. Ну, я доволен. То есть, вместо 870-го одеть 905-й плащик. Классно, классно. Так, одеваем его. Ну, потом зачарю как-нибудь. Когда пойду им закрывать какие-либо подземелья, тогда и зачарю. Типа, ну, все равно у меня сейчас друид с паладином стоят просто во плоти и по факту ничего не делают. То есть я просто захожу на них, отправляю квестики всякие интересные и все. Он даже легендарный какой-то итем на снаряжение защитника прокнул с обычных заданий самых. Вы вдумаетесь... На воина, которым играю намного дольше, ничего, ну, не получается такого интересного на персонажей альтернативных. Все падает. Это я не знаю, это сверхразум просто. Ну, это друид, что, я не знаю, что мне сейчас на друида упадет. Если челюсти или до пасти, то, ну, я улыбнусь. Защита страшно, да, поехали. Опять, что ли, нагрудник? Ой, нагрудник, говорю, голова. Ну, типа, с сокетом. Неплохо, неплохо. Так, логово Нилтариона ключик. 4 миллиона сил артефакта. Угу. Ну, типа, за 10-й пройденный. Вот так вот. Не, ну, всяко лучше. Небольшое улучшение, назовем его так. Старую голову можно уничтожить. Вот такой вот недельный лут. Напоминаю, что во вторник при 30-м полученном знании мы пойдем чистить рейды, типа LFR нормал и героек. Все, кроме цели ночи героек. Так что, если у вас есть желание, у одетых, разумеется, людей типа 900+, приходите, сходим. Типа, если места будут, то с радостью возьмем вас.
Ну, в приоритете, конечно, люди там добавлены у меня по батлнету, сабскрайберы со стрима, сейлдейцы там. Вот эти друзья друзей, их я уже инвайтить не буду. Пускай они там, они сами в своих гильдиях рейдят, пускай и сами в своих гильдиях и одеваются, и сами в своих гильдиях собирают эти нормалы, хэмы и героики. Я не могу всех взять, рейды не резиновые, рейды всего лишь по 30 человек. Ну так, увы. А ЛФР вообще по 25. Ладно. Полутали мы всяких интересностей. Не, ну, типа, я доволен. Наварат, ну, неплохой лут. Но надо скорость откуда-то набирать. Надо нагрудник дропать хороший. Хотя у меня есть нагрудник с Гул'дана. Ну, 895-й. Ну-ка, сейчас поделаем фишечек. Я, конечно, недавно дропнул всяких интересных шмоток, типа 920-го пояса, 910-го плаща с катакомб Сурамара, 915-е кольцо дропнул с утробы душ, вместе, короче, с Сефузом, это вообще забавно, два кольца с одного прохождения. Вот, и с этих смен я потерял достаточно избегания. Вот, а избегание это, ну, типа, не самый такой худший третичный стат, как, допустим, скорость передвижения или, там, не теряет прочность. А что отправлять вообще? Что я могу отправить в этой жизни? Подожди. Я ничего не могу отправить. У меня мисс-ша нету. Я играю от мисс-ша. И это моя ошибка, самая главная. Ладно, хорошо. Так, надо будет каражанчик сходить. Только что-то при этих модификаторах не особо хочется. Итак, сходи в банк. Сейчас мы возьмем этот нагрудник, который упал мне с Гул'дана. Этот нагрудник я вложу вот сюда. Пускай он тут лежит. Так, ну попробуем вот такую смену, что из этого получится касательно скорости и искусности. То есть сейчас 28 на 56. Стало 25 на 62. Ну, знаете, типа я доволен. Но я потерял все избегание абсолютно. Вот. Не знаю, попробую так побегать. Если все будет хорошо, то так и продолжу. Я доволен, да, искусственность возросла, и с этого должен вырасти и дамаг, и всякие блоки там. Классно, классно. Только надо шейку еще зачарить. Ну и затрансмогрифицировать все это дело. Вот, чтобы, короче, вам такие же полезные шмотки падали, чтобы вы тоже, то есть, ну, смены вот эти делали, то есть продумывали вообще, зачем вам эти шмотки, для чего они вам нужны и нужны ли они вам вообще. Вот этот самый главный вопрос себе поставьте. Вот, легендарчик вам побольше полезных, дропа хорошего, типа 920-го, который вы, скорее всего, до лета не смените. Ну, или 925-го даже, почему бы и нет. Вот, а я пошел отдыхать. Я устал. Скрывать эти сундуки — это тяжкий труд. До скорого.